Выпейте. Нет, спасибо, не хочу. Как это? Хорошо, я жду. Когда мы получим информацию с Олимпией? Чем там посольство занимается? Аллах, ну почему ты не забрал меня от места моего сына? Хорошо, жду. Надежду, держись. Хорошо, как только узнаете. Сердце рвется на части. Выпей еще таблетку. Не надо никаких таблеток. Перезвоните лучше сразу же. Верните мне моего Нура. Зарезервируйте эти три места. Что-нибудь известно? Хорошо, спасибо. Ничего нового. Спасатели работают. Есть свободные места? Есть только три места, но ближайший рейс завтра вечером. Слишком поздно, не пойдет. Что делать? Может, возьмем частный? Спрашиваю. Да, Бину, если тебе удастся арендовать самолет, мы берем с собой Гюлистан Ханым и четверых ее родственников. Хорошо, поняла. Я улажу вопрос с самолетом. Правда? Это будет кстати. Только я тоже хочу лететь. Если это возможно. Ну, конечно, это возможно. Шахрезад, нам придется лететь в Бухарест на опознание. Надеюсь, ты с нами? Надеетесь? Благодарю вас, что все-таки вспомнили и обо мне, Керембей. Не надо. Не стоит на меня сердиться. Передай, дорогой. Я в этом не сомневался. Просто уточнил. Нельзя терять надежду, я же говорила. Все в порядке, я жив. Анур. Мне пришлось уехать, и я не сел на этот самолет. Это же чудо! Я знала, знала. А как же Зафербей? Зафербей был в том самолете. Все, мама, все, не волнуйся, хватит. Как видите, со мной все в порядке. Все вы горевали напрасно. Я глазам своим не верю. Полагаю, некоторые из вас не слишком беспокоились. Вы убедились, что я жив, и я могу идти. Сынок, не уходи. Анур! Анай!